даже в благополучной Баварии есть абсолютно неперспективные районы. И даже в самых отсталых землях на востоке Германии можно найти превосходный вариант. Гораздо важнее узкое место, перспективы конкретного города или района. В ближайших сериях поговорим о городах. Сегодня обратим внимание на мегаполисы. При оценке городов Германии используются рейтинги. Десятки профессиональных компаний делают их, и показатели никогда не совпадают друг с другом. В основном потому, что критерии, по которым составляются эти рейтинги, разные. Что исследователи считают важным? Мне с моим подходом ближе всего рейтинг компании «Фокус», который оценивает города по 18 параметрам и выдает 30 самых перспективных. Это не рейтинг стабильных экономически развитых городов прямо сейчас, а именно список перспективных, куда с точки зрения «Фокус» рекомендуется вкладывать деньги, рассчитывая на капитализацию и постоянный доход. Так вот, в их рейтинге нет, например, Мюнхена. И я согласна с этим рейтингом. В таких формулировках, поскольку потенциал роста в крупных городах незначителен. Точнее, если он там и будет, то в отдельных районах и не слишком высокий. Уж больно динамично росли цены последние 15 лет. Уж слишком высоки они сейчас. Отсюда вопрос. Предположим, вас интересует рост цен хотя бы на 30% в ближайшие 5 лет. Города большой семерки, которые по-прежнему очень любят инвесторы, безусловно, интересны. Но в какой степени именно по этому параметру? Центральный комитет по недвижимости, авторитетная немецкая организация, раз в год публикует исследования по городам. В последнем исследовании за 2018 год они обратили внимание на то, что Берлин, Гамбург и Мюнхен находятся на пике популярности. Там выполнено более половины условий для формирования мыльного пузыря. И там можно ожидать даже падения цен. В 2019 году их данные вновь подтвердили возможные риски. В этом же исследовании замечено, что Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гамбург и Берлин являются городами с самой низкой рентабельностью. То есть доходы от аренды здесь минимальны. И это понятно. Цены на жилье высокие, при этом аренда не может дорожать так же стремительно. И все равно то, что Мюнхен или Берлин могут подешеветь, это звучит для многих даже диковато. Возможно, это является обыкновенной страшилкой. Но, например, в первой половине 2019 года число сделок в Берлине в годовом выражении действительно сократилось. А значит, инвестиционная активность снизилась. И я уверена, что количество сделок в этих городах продолжит сокращаться. Означает ли это, что инвестировать сюда не надо? Отнюдь. Просто если вы нацелены на инвестиции в крупных городах, то мой совет таков. Инвестируйте сюда в том случае, если у вас есть личные интересы. Пример. Вы покупаете квартиру для сына или дочки, которые будут в Берлине учиться в университете. Второй вариант. Вы создаете семейный капитал, семейный фонд. Это тот актив, который будет переходить из поколения в поколение. Ведь в перспективе, даже если сейчас падение цен значительное или незначительное, ситуация потом выровняется. Крупные города экономически стабильны, они перспективны даже не на десятилетия, а на столетия. И в этом их сила. Берлин – столица, Мюнхен – экономический монстр, Гамбург называют городом немецких миллионеров. Там живут известнейшие немецкие династии, и там как раз передают недвижимость из поколения в поколение. Так вот, кто покупает недвижимость в Гамбурге, не смотрит на рентабельность, на капитализацию в ближайшие 5 лет. Это уже другая история. Это высшая лига инвестиций. В следующей серии проекта «Как найти город Германии с перспективой роста цен». Подписывайтесь на YouTube-канал Prian.ru, ставьте лайки, спрашивайте, комментируйте. Ну а чтобы не пропустить новые серии проекта, нажимайте на звонок оповещения.